Это не последняя наша помощь, я уверена, потому что мы постоянно системно стараемся помогать вот в таких ситуациях, когда наша помощь нужна, потому что это наше общее дело сделать будущее наших детей достойным, счастливым. Помогали в организации благотворительного вечера представители городской власти. Через отделение, которое мы вместе с вами сегодня будем помогать ремонтировать, приводить в порядок, могут пройти, не дай бог, дети каждого из нас. И, конечно, наша общая задача привести это в порядок, чтобы деткам там было комфортно, чтобы детки там выздоравливали. Ну, а хочется пожелать, чтобы дети туда никогда не попадали.